Всем привет, это 3 на 3, мы играем на Экапе, наши все гареновские. Сейчас замесик такой зарубим. Так, держу мод на последнюю секунду. Так, Рубик. О, пик хороший. Есть где разогнаться. Поставлю деревцо. Да, на третью клетку. Не знаю, что буду ко второй подстраивать, наверное. Ко второму ничего не построю. Сделаю отвод из виспа. Или подстроить все-таки дазла, чтобы подсейвить пацанов. Медведь. Кросс у нас такой, не сильный. Начиная с медведей. Один медведь не тащит волну первую, 2x2 волны. 14 секунд, спайт, спрайт, вот, доставляется спрайт. Так, наверное, я закажу виспа, еще мы кинем. Так, сейчас глянем, что там. Кросс мид. Да, это кросс. У них намного все быстрее бьется. Так. Что там хватает у мастера на медведя? Да, у мастера хватит на медведя. Вот лик. Ну, кину, короче. Мне хватает на дазла. Я его поставлю. Сделал такой небольшой передев. Вообще, на соло, когда играется с мидом и кроссом, желательно инкомер, чтобы... Ой, точнее, солист немного подсейвил, не давал кормиться команде противника. Да, два медведя очень тяжко, хоть у них хэви броня. Что тут? Уса. Ну, да, мне так весело. Мне самое крутое пришло. Неплохо. Ну, хорошо, что я подстроился. Неплохо. Да, деф легкий будет. Да, там медведи тоже дефают. Закажу еще виспа. Стакну своих, чтобы не палить. Нормально. Так, желаю я заказать еще виспа. И добавлю я отвод. Буду пробовать так дефать.
Ну, на четвертую они кинут, так что я стрелем сейчас и третью, четвертую должен забрать. Да, закида нету. Надеюсь, что я дефну. Так, все неплохо. Дерево ваншотит под аурой тролля. Даже иногда. Так, я думаю, дефну. Да, ништяк. Так, мне хватает, чтобы потом, если я сейчас дефну четвертую волну, мне хватит апнуть дерево в взрыв. И у меня дальше инком пойдет. Так, у меня ровненько все, четенько. Надеюсь, они не кинут, потому что там на кросс кидать четвертый бессмысленно. Так что, надеюсь, ничего не произойдет. Ну да, закида нету. Скорее всего, они кинут на пятую. Так, где я стакаю? А, нормально, там спрайт подстопит волну. Пу-пу-пу. По дерево, у меня все хорошо. Правда, я сейчас сейвануть не смогу наш кросс, потому что у меня такой пик, не хочу идти в дерево, я по тролля все дела. Мне кажется, более выгоднее идти через взрыв. Так, тут 4 медведя. Да, Зевс сейчас, когда вторая волна придет, они сагрят их, и получается стак невозможно будет. Ну ладно, что делать. Так, закид пошел, у меня 4 мента и виверна. Да, походу все сладости... кроссу нашему прошло. Отвод слабенький. Так, что тут у них? Ну да, никто не столкнулся. Хотя, правда, медведи еще живы. Все. Нет, не все, один уже сдох. Пытаюсь постакать им. Я думаю, неплохо. Так, и сразу делаю 5-2. Так, пошло.
только не знаю, мне хватит потом на дерево. Да, нормально должно хватить. Вампирик, Вайт 2 Вайдай и Банши. Так, должно хватить. Да, надо все забиндить. Все под контролем. Так, что у нас с десятой? С десятой у нас, возможно, будет проблемы. Так вот пошел, кинем аур и, наверное, на какую-нибудь верну накоплю. Да, неплохо накопили. Возможно, я еще одну ауру дам. Хермита, скорее всего. Да, это надо будет хермит. Как раз. Хермиты не помешают. Возможно, еще одного хермита кину. Вообще пик у меня хороший, есть варлоки, есть тиники. Пару тиников поставить, пару варлоков. Тролля поставить, и можно с четырьмя деревяхами дефнуть 17-ю, так по сути. Да, я еще одну термита добавлю. Наверное. Хватит. Оп, хватило. Что это, 9-8, что ли? Ну, сейчас посмотрим. Заказываю виспа. Надеюсь, покормят, пацаны. Да, стак вышел у них. 47, а вот чуть-чуть еще подвигалась. Походу про ней печалька. Неплохо. Я сделаю тогда 7-3. Наверное. Да. 7-3 будет. Вот так вот. Да, кинем, чтобы солиста ослабить. Так, 7-3 есть. Вообще, в принципе, не боюсь сильно. Засыла на 8. Если ликну штуки 8-10. Возможно, я сделаю 7-4.
40 инклона на всю седьмую. Прилично. Там хилочки. Так, хорошо закинули. Хорошо живем. Да, 194 как раз хватает, чтобы после волны 8 построить еще одно дерево. Я такое люблю передев на 9 волне. Так, что у нас с Kingdom Stan? Да. Забыл. Возможно кинуть какую-нибудь все. Да, все кину. Ну, 49 инкома, нормально. Не сильно много пришло. Правда, мой айстроль на дальних не действует. Плохо. Тут тоже стычки дерева иногда не добивают. Рон неплохо распределился. Вроде бы как. Много не ликну. Да, нормально. Немного наших пропустили. Да, сейчас Ренку дадим. Так, что тут? Это все солист подожрал. Как ни странно, дефнул. Так, сейчас посмотрим, сколько. Может, на 7-4 мне хватит. Да, на 7-4 мне хватает. Правда, я так дерево не смогу. Ну, давайте тогда продадим тролля. Продадим тролля, продадим отвод. Да. Сделаем 74. Два деревца. Это неплохо. Возможно, закид на 9. Еще. Так, нету закида. Ну, давай, как Славик говорит, закинем. Потом будем мапать. В среднем по такой тактике, как и играем, у меня один босс убивается. Со средним инкомом, ну, с таун. Да, там по 7-5 неплохо. Так, возможно, еще хватит на отвод. Да, уже есть. Да, это соточка лишняя. Да, чуть меньше. Потому что апну ферму будет. Так, а что, обратно тролля ставить?
Вариант, в принципе. Сейчас посмотрим. Нет, на тролля не хватает. Поставлю я варлока, пусть он дебафает босса. А, даже так. Ну, давайте без антигулей и... Без антигулей, без отвода. Я думаю, неплохо. Ну, вот как раз боссы неплохо зашли. Стакаем луз. Ну, по сути, мне не страшно сильно. Да. Да, вот один боссик ляжет. 100%. Ну да, как всегда, деревья пойдут спам гасить. Да, я еще накоцаю. Так вот, выстакаю. Что тут у... Тут у нас проблема. Так, хапаем короля дальше. Ну так, в принципе, одинаково-то эликнули. Там тут виверна, тут 5, там 4. Так, надо, наверное, вот этого. Стакать. Стакаем. Атаку добавляем. Да, тут хилка уходит. Ну ладно, что делать. Там король тоже хорошо лапнутый. Ну да, мог я так прилично откормился. Ну, у него войда, а у меня деревца. Так что я смогу попозже заинковать. Я останусь 7-6. И посмотрим, что дальше будет. Варлока не буду апать. Деревья на дуэли, в принципе, бессмысленные. Они сзади заходят. Из-за того, что у них рейнс есть, они медленные, бесполезные. Так что дуэль, скорее всего, что их. Да, дуэлька ихняя. Хотя, нет, да, это их не дуэлька. Там осика этим, да, ничего хорошего нет. Я думаю, надо 13-ю со спамом закинуть, чтобы у них разбег был. Так мы-то 12-ю легко дефаем. 13-я, я думаю, тоже не будут кидать. Наверное, где-то на 15-ю закину. Что там у солиста? Надо стакать.
Так, сейчас обну деревцо, посмотрим, что хватит. Все замечательно. У меня 151 золото на ап не хватает. Я, наверное, апну лока. Мало ли закинут все дела. И, наверное, на 13-ю я ничего ставить не буду. Так, будет ли это закид на 12-й? Что там парни скажут? Нет. Походу они или сейчас размен на 13-й пойдут, а они уже запали. Так, ну ладно. Короля запали, так хорошо. Ну, я пуджа еще кинул. Все-таки будет что-то интересно. Я после 13 волны начну делать, наверное, 7-10. Да, даже два деревца не взорвалось. Да, на всякий случай поставлю дерево, поставлю тролля, еще одного тролля. А, ну, не буду уже на ферму дерево тратить. Да, достаточно такой хороший средний мне передав. 13-й я не боюсь. Начну сейчас апаться. Больше на 4 деревьев ставить не буду. Я думаю, они на 17-ю не закинут, потому что они еще видели тинников. Да, это или сейчас глубокий ап с 18-м закидом, или это аж 20-я волна будет. Сейчас посмотрим, прошла ли наша попытка. Походу нет. Дев такой шустрый. Возможно, это из-за спама шустрость такая. Не, вот прошла волна. Походу мы не угадали. С левелом, так что там с королем. Пацаны копят. Это что, 14-е что ли? Там у них от 17 что-то есть. Ставлю вот так вот и тролля еще поставлю. Пока я буду ждать их инка. Если это не 14, то на 15 мало ли что я сделаю, только убью всю волну, а инком я пропущу.
Сейчас посмотрим, на какую они будут закидывать. Но это будет ближайшая волна какая-то, потому что король не апнутый. И дела. Будет это или 14-я. Это 15-я, походу. Да, ну я держится. Не буду выдумывать колесо я. Задефаю я свою волну хорошо. Ого, даже еще 200. Ну, по сути, я ничего не построю. Лучше апнуть дерево. Ламберт. И буду с ним что там, ком пошел? Странно. Ну ладно. Их дело копить, не знаю на какое. Сделаю еще один ах, потому что 16-й, я не знаю, есть смысл им кидать. То на 17 сразу сделать 7-10. Ну ладно, придется мне, наверное, пойти в 5 деревьев. Сыграть своего. И нам придется еще где-то варлока на какой-нибудь поставить. Ну, что-то мне не верится, что это 16-я волна. Очень не верится. На деревки дать. Это уже одна сторона дефается. Сейчас посмотрим. Ох. Странные пацаны. Совсем странные. Ну, давайте. Их есть, я стакнул их. Наверное, надо апать. На.
Да. Я по привычке закинул. Так, дерево я апать не буду, потому что это 20-я волна. Я настрою тинников. Штуки 3. Я поставлю варлока. 7-12 делаю. Думаю, достаточно. Так, что там у нас с регенкой? Регенка 3 у нас надо. А, приблизительно так будет. Ролл. Тут так себе. Но возможно стоит оставить. Что тут у нас? Танки есть. Ну ладно, давай я буду апатинки. Запу тиников заберу. Наверное, одного босса. Скорее всего. Еще поставлю Акашу. Пусть накидывают промахи. Оставлю 7-12, подниму валу. Два тени капну. И ну, желательно оставить пауд или не оставлять драконов. Сколько пауд? 50. Ну давай. О, грифончики есть и есть Магнус. Неплохо. Так повеселее будет. Правда, уже ролл за сотку. Да ничего. 4К, 4К. У меня тоже было бы 4К, если бы я не кинул
на 17. Закид, спам. Наверное, смогу построить два грифона, это предел. Наверное, ликану полтора босса где-то. Полторы. Да, походу мне не хватит даже на два грифона апнутых. Да, это будет один апнутый, один не апнутый. Приблизительно так будет застрой. Да, все в норме, 6к валы. А, правда, все это деревья не дефают. Поставить ли дебаф? Атаку мне ж вроде хватает. Да, кинул верлока, спам. Вот, да, демон, два кракена. Ну, один босс под фокус попал. Это хорошо. Мне нравится. Наверное, я еще инком убью. И все. И то не факт. Да, приблизительно так и должно было быть. Ну, там дело труба, походу. Убиваю демона, кракена и буду бить черепах. Ну, там дело, вот кверк еще тпшнулся. Так, регенку никто не хочет добавить. Походу не хватило у пацанов отвода, и они откатились. Так, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки там.